Чтобы скрыть морщины на лбу, тебе больше не нужно колоть ботокс или стричь челку. Наши лобные брюшки постоянно сокращаются, образуют морщинки. И однажды наше лобное брюшко просто застывает в этом положении. И для того, чтобы избавиться от морщин, нужно вытянуть это брюшко обратно вниз. Не пугайтесь того, что я сейчас показала нависшее веко. Если у вас хорошо работает апоневроз, то никакое нависшее веко вам не грозит. Итак, для того, чтобы разжать эти сжатые брюшки, сначала нужно там все расшевелить. Поэтому ставим три пальца одной руки, три пальца другой рядом и начинаем плотным-плотным движением проникать сквозь эту мышцу и как будто бы размазывать ее по косточке. Начните сначала на одной стороне, именно над вашей бровью, потому что именно вот здесь расположено то самое брюшко, которое образует морщины на всем лбу. Вы продолжаете плотно-плотно все разминать, но обратите внимание, не напрягается ли в этот момент у вас шея? Нам лишние морщины и дряблая шея не нужна. Обратите внимание, как у вас шевелится с одной стороны и как шевелится с другой стороны. Одинаковая ли у вас там амплитуда движения или с одной стороны как будто бы хуже двигается, застыла? Хотите избавиться от нежелательных возрастных изменений, но не знаете как? Приходите на мой бесплатный мастер-класс, и вы получите пошаговый план, как вернуть молодость лицу и привести тело в порядок. Ссылка для регистрации в комментариях к видео.